И основное правило при продаже техники VTEC – это правило справедливой цены. То есть, покупая технику, покупатель должен быть абсолютно уверен в том, что он платит деньги за товар. Платит ровно столько, сколько этот товар стоит. При этом он прекрасно знает о том, что он ни за что не переплачивает. На сегодняшний день переплачивать можно и за рекламу, и за название бренда, и за историю этого бренда. И сегодня есть огромное количество брендов, которые по такому принципу и, скажем так, работают. То есть они получают прибыль от наценки на изделия. Сегодня, продавая технику VTEC, мы получаем прибыль от оборачиваемости товара. То есть чем больше мы продадим, тем больше мы с вами заработаем. И вот вам наглядный пример. Две абсолютно одинаковые мультиварки внешние по дизайну. Более того, они собираются на одном и том же заводе, но абсолютно одинаковые, практически одинаковые по характеристикам. Разница только в 25 Вт мощности, и у Panasonic нет 3D-нагрева, при этом ограниченный мультиповар, то есть у VTEC мультиповар от 35 градусов, шагом 5 градусов до 150. У Panasonic выбор только 4 температурных режимов. Если посмотреть разницу в цене, то она составляет около 90 долларов на сегодняшний день. То есть вот вам наглядный пример правила справедливой цены.